Здравствуйте! Сегодня мы с вами решим следующую задачу. В правильной треугольной пирамиде SABC с вершиной S бисектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Площадь треугольника ABC SABC равняется 2. Объем пирамиды V равняется 6. Найдите длину отрезка ОС. Итак, давайте мы с вами сначала выпишем следующую формулу. Объем пирамиды равняется 1 третья S основания умноженное на H. Ну, дело в том, что нам с вами даны площадь основания и дан объем. Значит, объем по условию это 6 равняется 1 третья. Площадь основания это площадь треугольника и она равна 2. И умножить на h. Получаем. Значит, 6 равняется 1 умножить на 2, это 2 третьих h. Умножаем обе части на 3, чтобы избавиться от знаменателя. 6 умножить на 3, 18, и равняется 2 h. И делим обе части на 2. 18 поделить на 2. Это 9 равняется h. Значит, на самом деле h это отрезок SO или отрезок OS. То есть мы с вами нашли, что он равен 9. Спасибо за внимание.